Я загаженный человечек перевернутого мирка, был когда-то могуч и вечен, вплоть до самых тех пор, пока не убил из зависти брата и не взял вторую жену, так и сгинула Эльдорадо в поднебесную вышину, так и спрятался я от Бога в темноте похороненных лет, а была ведь моя дорога лучезарна, была и нет ничего из того, что было, да и сам я не тот, что был, и не жизнь меня погубила, это я ее погубил. Растоптал сапогом, из танка расстрелял, пропорол штыком. Эх ты, жизнь моя, жизнь жестянка, так и прожил я дураком. Повезло еще, коль не сеял по округам кошмар и мор революций и потрясений, сотрясающих до сих пор зазеркалье моих огрехов, порождающие грехи возгордившихся человеков, существующих вопреки уготованному нам счастью. Я всего лишь один из тех, кто себя разорвал на части для своих же больных утех. Стал я жертвой манипуляций, стал солдатом чужой войны, научился юлить, бояться, приспосабливаться, притворяться. Это если, конечно, вкратце. Полюбив свое чувство вины, я давно превратился в монстра, в извращенца, в исчадье зла. Это вышло легко и просто, в неотпущенного козла, в проститутку, в гомоэрота, в лжепророка и лжецаря. Моя мысль воняет, как рвота, я живу напрасно и зря, по инерции, ради смеха, для поди разбери чего, превратив себя в отзвук, в эхо, в совершенное ничего, мимолетное и пустое, позволяющее себе все, о чем никогда не стоит говорить и писать в судьбе, и хотеть передать потомкам, или просто хотеть детей. Я живу здесь гадким утенком, в этом мире хрупком и тонком, среди точно таких же людей».